Детский сад «Елочка» со стороны напоминает сказочный теремок. Воспитатели и родители дошколят потратили целый месяц, чтобы украсить здание к Новому году. Одним фасадом решили не ограничиваться. По всей территории разместили праздничные композиции. Мы постарались организовать пространство так в детском саду, чтобы это было, ну, повышало настроение, улучшало, чтобы дети с удовольствием шли в детский сад, чтобы родители видели свой вклад в наше общее дело для, ну, создания для детей хорошей обстановки, такой новогодней, счастливой, радостной. Детский сад «Елочка» – один из участников конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление. Только в Октябрьском районе Самары заявки подали 22 предприятия и учреждения. При выборе победителя конкурсная комиссия обращала внимание на оформление витрин, фасадов и прилегающих территорий. Сложно, на самом деле, мы, я не знаю, полемика наша, споры длились несколько часов, потому что есть очень скромно, но видно с любовью, есть очень достаточно щедро, богато подошли учреждения, они имеют такие возможности, поэтому подошли вот таким образом, что не количество иллюминации, а может быть подход. Так вот постарались как-то подойти объективно, оценивая ситуацию у конкурсантов. В Октябрьском районе областного центра победители выбирали по трем номинациям. Номинация, значит, «Удивление года», так она и есть. А номинация, значит, интересное такое название, «Подход к оформлению». Просто сделали сказку, такую сказку новогоднюю, одно из учреждений. И подход заключается не в том, что фасад они украсили, а сделали атмосферу вокруг здания. Третьей номинацией стало «Максимальное вложение». На сегодняшний день внутри городские районы заканчивают подводить итоги конкурса. Затем победители будут представлены на городском уровне. Призеров выберут открытым голосованием. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.